Sie empfehlen das kostenlose Girokonto der Sparda-Bank, weil es ohne Mindesteingang auskommt. Здравствуйте. Вы смотрите видео газеты Nürnberger Zeitung. Нюрнберг повидал уже большое количество забастовок, но в прошлую среду на улицы города вышли не взрослые, а подростки. Три тысячи школьников пропустили последние два урока, чтобы на забастовке выразить свой протест против системы образования. В этот день бастовали по всей Германии более 70 тысяч школьников. В Баварии подростки требовали для себя большего права голоса в школе, большее количество учителей и отмену новой восьмилетней системы гимназийского образования, так называемой ГАХТ. Протесты школьников развернули также дискуссию о том, имеют ли ученики право прибегать к методу забастовки и пропускать уроки. Министерство образования Баварии заявило заранее, что обязанность посещать школу у учеников существует и в День Забастовки. Но заместитель бургомистра города Нюрнберга Клеменс Кзель попросил директоров школ отнестись к своим ученикам со снисхождением. Кроме того, ученический союз, организовавший забастовку, получил поддержку от некоторых политиков. Снова подростки избили прохожего в метро. Нюрнберга. Случай произошел 11 ноября на станции метро Плерер. 54-летний мужчина хотел выйти на станции у В дверях поезда он столкнулся с двумя 15-летними подростками, которые пытались в тот же момент войти в поезд. После столкновения подростки неожиданно стали бить мужчину в лицо. Школьники убежали, но благодаря свидетелям полиции удалось их вскоре взять. Пострадавший был доставлен в больницу, где ему была оказана амбулаторная медицинская помощь. Первая часть реконструкции Нюрнбергской башни Вайзатурм, находящейся на входе одноименной станции метро, закончена и цоколь из песчаника реставрирован. В понедельник был убран каркас, теперь можно будет любоваться башней без препятствий. Башня была построена в XIII веке. Во время Второй мировой войны ее верхушка была разрушена. Первую реконструкцию башни провели в 1959 году, но реконструкции в этом году дело не закончилось. В наступающем году планируется реконструкция верхней части башни. Полная реконструкция башни обойдется городу примерно в 300 тысяч евро. Для многих рождественские праздники непредставляемы без рождественской елки. Но в этом году любителям этой традиции придется заплатить за нее подороже. Цена на пихту поднимается до 4 евро. Таким образом, рождественская елка будет стоить до 39 евро. Причиной повышения цен является растущий спрос на елку. В Германии продается самое большое количество рождественских елок в Европе, а именно до 28 миллионов в год. А теперь наше предложение, как вам провести следующие выходные. В субботу 22 ноября в 19 часов в церкви Санкт-Марта состоится концерт из серии «Петербургские музыкальные вечера». Любители классической музыки ожидают выступления лауреата международного конкурса, выпускницы Санкт-Петербургской консерватории и Hochschule für Musik der Stadt München Аглай Зинченко. В концерте также примет участие Оливер Якоб, виолончель. В программе прозвучит русская и немецкая музыка Чайковского и Брамса. Адрес церкви Санкт-Мата – Кёнигштрассе, 79, Нюрнберг. Билеты можно приобрести заранее в Культуринформацион Нюрнберг и в концертной кассе магазина Каштадт. На сегодня я прощаюсь с вами. Более подробную информацию о Нюрнберге и регионе вы найдете, как всегда, в портале нашей газеты по адресу www.nz-online.de. И не забудьте о том, что вы можете задать вопросы Полины Дашковой, с которой я буду брать интервью на следующей неделе. Шлите нам наши вопросы, ваши вопросы по адресу nz-online.sobakapressonets.de. Всего вам хорошего, до следующей недели.